Подожди, я сниму под музыку. Кирилл. Видишь? Я вот просто думаю, они под музыку двигаются или нет? Нет, но пытаются двигаться. То есть они как бы музыкальные фонтаны или нет? Не особо. Или у них просто как бы вот такая программа непонятная. Вот, и вот как. Я хочу как бы хотя бы минуту поспевать, посмотреть. Не понравилось. Смотри, все равно он идет. Пить хочет, наверное. А может зайти с другой стороны, то я ну, шуняшка. Пить-то хочешь? Вот. Ну, смотри, вот такой вот режим интересный. Чоп-чоп-чоп-чоп. Вот. Слушай, они правда под музыку? Нет, не под музыку. То есть это не музыкальные фонтаны, да? Не, ни разу. У них какая-то своя программа. Нет, видишь, вообще не понимаю. Смотри, опускаются, да, смотри, опускаются. Ну, следи за музыкой, она металлическая хрень, ржавая позаимствована в Швеции, они постоянно. Мне нравится вот эта вот арка, красивая, да, как у хозяйки Медной горы. Такая. Она единственная, очень приятная. А ты как изумрудный город, знаешь? Изумрудный город.